Здравствуйте, уважаемые зрители! Всемирная пандемия продолжается. Она беспощадна ко всем, независимо от возраста и специальности. Масштабы ее видны по уходу знаменитых людей. Если уход простых людей может остаться незамеченным обществу, то смерть известного человека не остается незамеченной. Многие из них внесли огромный вклад в культурное развитие страны. Они были преданы своей профессии до конца своих дней. Им было бы очень приятно знать, что зрители не остаются равнодушными и пишут слова соболезнования, высказывая свою скорбь. Наш канал просит всех быть как можно осторожней и беречь себя. Пандемия беспощадна к учителям, шахтерам, военным, продавцам и другим представителям рабочих специальностей. Сегодня пришла печальная новость. Ушел из жизни выдающийся актер, творческий путь которого оставил яркий след в современном искусстве. Трагическая смерть буквально потрясла российский шоу-бизнес. Российского актера театра и кино не стало на 64-м году жизни. Он скончался еще 27 августа, но о его кончине стало известно только вчера. Причина смерти Владимира Яковлева не сообщается. Знавшие актера люди уверены, что родственники пытались скрыть смерть для того, чтобы разделить его имущество. По их утверждениям, у актера были дети, с которыми он долгое время не общался. Именно их хотели оградить от наследства. Артист больше всего полюбился публике за работы в сериалах «Карпов», «Меч». Среди самых известных и популярных проектов с его участием – «Исповедь содержанки», «Интерны», «След», «Марш Турецкого», «Ранетки», «Глухарь». В фильмографии Яковлева значится более 170 работ. Имеются и главные роли. Андрей Малахов будет разбираться в программе «Прямой эфир», почему родственники скрыли смерть знаменитости. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.